выбьет город во храм. Это была часть Второй мировой. Мы с тобою в это окунемся с головой. 22 июня 41-го, в 4 утра нас истинно атакует верно. На границе кто-то пошли, нет, не смогли. Так что Гитлер за неделю к центру свой двинул Латвию, Литву, часть Эстонии, Молдавию, Украину, Беларусь. Все почти отжали, блин, пошел по республикам. Свастик и крест, дальше Киев, Ленинград, Смоленск. Надо что-то делать, Гитлер уже близко. Объединив усилия, отношусь с ним риски. 30 июня 41 года ГКО, Госкомитет обороны. Июнь 42-го, служим на перевес. От 2 по 30-е обороняем Брест. В этом же году и осенью, и летом битва в киевском котле идет где-то. Осень 41-го выдалась тяжкой. 5 миллионов нацистов у Брестки. Наших было меньше 3-4 раза. Так что очень быстро двигалась немецкая зараза. 30 сентября по 20 апреля в битве за Москву мы многое успели. Что Блицкриг не очень работает. Гитлер на 100 километров ваши войска мы выбрем. С июля по сентябрь в сражении Смоленской и Катюши применяемые. Гвардия советская рождается 8 сентября уже блокада всем известного печально Ленинграда. 12 по 29 мая операция Харьковская. Красная армия наступать пытается, но по уничтожениям войско завершается. Тот самый приказ и шаг назад, согласно которому каждый солдат считался предателем. Попытки бежать от Бакумов и СМЕРШ готовы карать. Слово сохраняется, песня интрига, несмотря на то, что план провален Блицкрига. Наше положение не лучше вовсе. Что же было дальше? Хороший вопросик.